Здравствуйте, любители Mortal Kombat Mobile, вы на канале по летсплей. У нас в игре появилась вот такая вот красавица, набор на Таня Пироманта, ребят, и, конечно же, мы будем ее открыть сегодня и попытаться достать. Заранее ролик поддержите лайком и подпиской на канал, ведь я стараюсь для вас. Если вы готовы, мы начинаем сразу после рекламы. Спонсор моего канала The Apo MKShop. Только здесь вы можете приобрести души, монеты, таланты, крутые аккаунты, прохождение башни не только для Android и на iOS. Новости вселенной Mortal Kombat Mobile, отзывы от реальных покупателей, а от меня с промокодом APO505 вы получите за каждый свой заказ бесплатно 500 душ. Спешите, ссылка будет в описании. Итак, друзья, это у нас первый набор, и я уже начинаю открывать. Но вы заранее поддержите лайком обязательно, так как ваш лайк мне помогает повысить удачу. И у нас платеж выполнен, ребят, я надеюсь, то, что из первого пака мы достанем Таню Пироманта и попробуем и посмотрим, как она выглядит на самом деле. И барабанный дроп, это у нас пак опенинг, ребят, первый персонаж у нас Шинок, игра в кости, ребят, Sony Blade, ничего страшного, Рейден, четко. Кисикич, то есть Джеки Брик, извините. И, конечно же, снаряжение для... Тани, ребят. Конечно, снаряжение порадовало, но, к сожалению, самого персонажа мы не достали. Давайте откроем еще один набор, ребят. Еще один набор. Я думаю, ролик заслуживает вашего лайка, ребят, так как я трачу настоящие деньги для контента. И у нас... Поехал второй набор, ребят, барабанный дроп. Tremor Aftershock, Кисси Кейдж, ребят. Кун Цзин, четко. Кун Лао. И у нас Таня. Нет, Борайчо. Нафиг мне Борайчо, ребята. Нету Тани. А что делать дальше, я не знаю, ребят. Продолжить или нет? Ну, давайте, ну что, продолжим, ребят. Достанем ее оттуда, обязательно. Давайте еще парочку наборов откроем. От вас требуется только лайк и комментарий, ребят, и подписаться на канал. Если вам не сложно, поделитесь с друзьями этого ролика, ребят, так как... О, да, ребят, я достал Таню Пироманта из первого пака. То есть из первых персонажей, ребят, у меня нету слов. Блин, давайте сделаем скриншот и сохраним это. Офигенно, ребят, нету слов. И у нас идет Скорпион Ханзо Хасаши, спецагент или секретный агент. Кисси Кейдж Кун Лао, Котелькан и снаряжение для Тани. Четко. Ну чё, ребят? История, ребят, я вошел в историю, я думаю, первый в мире достал Таню Пироманта, друзья. И давайте напоследок откроем еще один набор, посмотрим, что выйдет. Если будет еще одна Таня, то это будет просто зашибенно. Все-таки помогли ваши лайки, друзья, я думаю. Если достанем еще одну Таню, то это будет слияние, ребят, просто имбовое слияние. Итак, мы достаем Смоука Триборга, Ядовитый Рептилия, Скорбная Китана, Повелитель Душ Эрмак и снаряжение для Кенши. Но ничего страшного, ребят. Я думаю, удался, не удался. Вот она, красавица наша Таня, ребята. С вами была по летсплей. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал и поддержать ролик лайком. Всем до скорых встреч.